старое радио, телевизор с разбитым экраном и сломанный холодильник. В мире забытых вещей под большой лампой живут насекомые. Муха, мотыльки, пчелы, букашки-таракашки, комарик и кровожадный паук. История о любви и дружбе знакомит зрителя с центральным персонажем уже в самые первые минуты. Нашла. Пошла муха на базар и купила самовар. Спектакль сопровождает оригинальный голос Корнея Чуковского, который по задумке режиссера звучит из радиоприемника. Именно автор известной детской сказки подсказывает мухе-цокотухе идею, как потратить внезапно обретенное богатство. Ну а дальше все по сценарию. Приглашенные гости, чай с крендельками, опасность быть съеденным на собственных именинах и чудесное спасение со свадьбой в финале. Оригинальную постановку привез Вологодский театр кукол «Теремок». Кстати, гастрольные спектакли на этой сцене уже добрая традиция. Эта история давняя. Когда-то, несколько лет назад, наше руководство пообещало зрителям, что мы обязательно будем показывать классные спектакли коллег не только в рамках фестиваля «Рязанские смотрины», потому что фестиваль – это, конечно, большой праздник, но хочется всегда, чтобы праздник продолжался. Поэтому мы устраиваем вот такие гастроли. Это абсолютно наша инициатива, целиком и полностью организуется силами театра. Будем и дальше продолжать знакомить наших зрителей с теми спектаклями, которые нам кажутся по-настоящему выдающимися. Наши кукольники, в свою очередь, также возят представления в театры других регионов. Так, например, совсем недавно на сцене Вологодского теремка показали детскую постановку «Доктор Айболит» и комедийный спектакль «Золоченые лбы». Кристина Бочкарева, Дмитрий Ефимов, телекомпания «Город».